Диджей Драго.
все получилось плохо, то, что меня выбили, но я все равно нагнал и поднял свою позицию. Выбили почему? Ну, получилось так, то, что на Тимофея наехал другой человек, и, соответственно, они выбили меня. Ну, я думаю, что я показал хорошие результаты, потому что я первый раз на этой трассе, ну, и трасса мне понравилась. Я хочу сказать спасибо механику за то, что он исправил одну вещь. Когда я заезжал в закрытый парк, я не рассчитал и заехал с очень большой скоростью и врезался. И механик все починил. В первом заезде у меня не получилось то, что у меня с обгонами не получалось, и меня там чуть не убрали шпильки в третьем круге. Вот. Поэтому мне там пришлось это от всех отстать. И, ну и вот. Во втором заезде у меня я в аварию попал. Я убрался с 8-м номером. Не смог завестись потом. И вот и все. Что рассказывать? Было трудно. Ну, как бы стартовал с неловкой позиции. Пришлось прибираться. Кто-то сзади, видимо, ну, не успел притормозить. Наскочил на меня. То есть, ну, и мы вдвоем полетели на Данилу, можно сказать. Улетели в траву. Ну, на самом деле, машина дала немного сбой. И технически у нас был маленький, ну, неустоечка. Поэтому... А что такое? Потому что было видно, что тебя догоняли просто напрямую, без всяких маневров. Ну, это мотор. У нас мотор нужно освежить, чтобы хоть как-то на нем ехать. Вот. Эта проблема у нас уже третий этап. Вот. И нужно освежить, чтобы все-таки он докручивал те моменты, которых вообще нет.